Egemen! Kırgızlar! Egemen! Kırgızlar! Egemen! Birimdik! Çileşke! Birimdik! Çileşke! Birimdik! Çileşke! Nasıl dağınızdan kırgız? Свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой. Биз эч качан, эч уақытта бирөөнүн алдына барып төгөлөбөйбүз. Биз эркиндигибиз үчүн күрөшөбүз. Эркиндигибиз үчүн керек болсо, бул жерде аягына чейин турабыз. Анткени биз үчүн бул маанилүү. Жанагындай айтып жаткан чыккынчылар жазасын алып, керек болсо Кыргызстандан түйүнчөгүн түйүп алып чыгып кетсин. Муну бул чыккынчылык деп коет. Буну ачык булар кантип баягы биримдиктин эмне лидерлери кандай кандай айтпасын, биз түшөн тура эмес үчүн калды, анан провокация ачык эле баарды көрүп атпайбы? Кантип ушулар киши ошону карап туруп тура эмес үчүн калат? Бир гана Аманкулов ушундай эле билимдүү илимдүү болуп калып турбу? Марат Аманкулов жоопко тартылыш керек, камалсын. Марат Аманкулов камалсын. Мне кажется, не хватает именно общения и контакта на улице на уровне народов и культур. Это пока еще не народный союз. Вот. И сейчас новая партия у нас организовалась. Я являюсь председателем Биримлик, партия демократического социализма, евразийский выбор. Вот. И свою идеологию, свою философию нашей партии – это евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Вот. Запись была сделана в преддверии проведения Перекрестного года культур России и Кыргызстана. И вот на которой выступил депутат Госдумы Белеков Иван Итулович. Выступил с духоподъемной речью, патриотической речью в адрес нас, кыргызов. И я, вдохновленный этой речью, выступил в поддержку его.